Впервые «Байкальская миля», аналог американской недели скорости на озере Бонневиль, состоялась в прошлом году. Опыт оказался успешным, а потому эксперимент решили повторить. И если в 2019-м на лед вышел 31 пилот, то в 2020-м организаторы получили свыше 110 заявок. Если в том году мы могли обойтись всего лишь одной трассой, то в этом году для того, чтобы все получили желаемые результаты и попробовали свою технику, мы делаем две трассы, мы увеличили количество дней. Главная цель, которую преследуют участники «Байкальской мили» – развить максимально возможную скорость на трассе. В прошлом году пилоты установили сразу 4 мировых и 4 российских рекорда. В ход идет самая разная техника – от современных и классических автомобилей до мотоциклов и лодок. В этом году будет даже вертолет. Сейчас вот будет мотоцикл прям конкретно для того, чтобы установить рекорд скорости. То есть это уже будет не какие-то там 105 км в час, да, которые были у нас. А сейчас уже планка завышена так, я скажу, серьезно. Даже мне немножко страшновато. Экологическая безопасность – приоритет для организаторов «Байкальской мили». Совместно с Русским географическим обществом они разработали жесткий регламент, содержащий требования к технике. Для фиксации возможных нарушений будут приглашены журналисты и экологи. Место, где мы проводим гонку, в прошлом году осталось более чистым, чем все, что было вокруг. В этом году с нашим суперскрупулезным подходом мы надеемся удивить экологов своим отношением в хорошем плане. «Байкальская миля 2020» пройдет с 27 февраля по 1 марта. Участники и зрители соберутся на восточном побережье озера в селе Максимиха.